На Буесап задержали 6 человек, причастных к хищению средств во время строительства так называемой стены или европейского вала. Задержания эти прошли в рамках расследования по факту растраты госсредств, выделенных для инженерно-технического обслуживания украинско-российской границы. Среди задержанных должностные лица госпогранслужбы и предприятий-подрядчиков. Я напомню, что это проект главного фронтовика Арсения Яценюка. Начинался он как нечто грандиозное, по крайней мере, экс-премьер так его анонсировал. Европейский вал должен был остановить российское вторжение, но на деле оказалось, что это действительно всего лишь металлическая сетка, ров, вал, смотровые вышки и камеры видеонаблюдения. И обходится этот проект государству весьма недешево. Общая стоимость 4 миллиарда гривен. В стену уже замуровали 600 миллионов, а в этом году сначала выделили 200 и затем прибавили еще 300 миллионов.